Шалом. Шалом. По велению с докторской степенью пришел вам сказать несколько слов. Hello, everybody. Good morning. Good afternoon. Всем здравствуйте. It's wonderful to see such a big crowd interested in learning about pharmaceuticals in general and about Israeli products in particular. Очень приятно, что столько много заинтересованных лиц, которые хотели бы изучить косметику вообще, и в том числе имеющие интерес к израильскому продукту. I'd like to welcome you all to this seminar. Господин посол всех вас приветствует на этом семинаре. And I'd like to explain to you why I took the time to come and meet you. И он хочет объяснить, что, будучи занятым человеком, почему он приехал к вам и захотел с вами встретиться. And the main reason is because I'm confident in our product. В первую очередь, это его уверенность в том, что израильский продукт – это продукт высокого качества. Well, you know, there are many shops in Tashkent and elsewhere that sell pharmaceutical items. Потому что в Ташкенте очень много магазинов, которые торгуют фармацевтическими средствами, и не только в Ташкенте есть такие магазины. Just about anybody can open up a studio or pharmaceutical shop or whatever and start selling or try to sell pharmaceutical items. Сейчас каждый человек может открыть свой магазинчик или небольшое, скажем, предприятие по производству и продаже фармацевтических средств. But there's something special about the Israeli products. Есть одна очень серьезная особенность, то, что касается израильского продукта. And that is, first of all, they're based on scientific research. Прежде всего, этот продукт разработан на научной основе. We don't sell something just because it looks nice or because it we can persuade people to buy it. We buy it, we market it because it has value, true value. Мы никогда не продаем продукт только из-за того, что он красивый, что у него хорошая этикетка. Мы никогда не делаем агрессивную политику на то, чтобы люди покупали именно этот продукт. За продажей израильского продукта стоит большой смысл и серьезный маркетинг. Israel has a world name today in the field of health. Израиль сейчас имеет мировое имя в области здоровья. There are many tourists who travel from Uzbekistan to Israel for health reasons. Очень много граждан Узбекистана совершают медицинский туризм, едут в Израиль по медицинским вопросам. I'm sure many of you have heard about the Dead Sea and the products of the Dead Sea. Я уверен в том, что многие из вас знают продукцию Мертвого моря и знают о том, что такое Мертвое море. But it's not only the Dead Sea. Israel is a leader in the world in science, in medicine. And in using modern technology in medicine. Но дело не только в самой продукции Мертвого моря. Израиль – это мировой бренд касательно медицинских разработок и науки, работающей на здоровье. And one of the most practical sides of this scientific development is pharmaceutical products. И одно из направлений это серьезные научные работы – это разработка фармацевтики и фармацевтических средств. Cosmetics. И косметики в том числе. Cosmetics, which are based on a value of scientific value. Потому что вся косметика, разработанная в Израиле, это серьезная научная разработка. So when you go out and you, if you decide to make this your career or your life or whatever, at least you know that you are selling something which has true value. И если вы будете заниматься израильской косметикой, вы можете быть абсолютно уверены, что это серьезный продукт, вы не будете краснеть за то, что вы продаете эту продукцию. And that also makes a big difference in how you market something and your success in marketing. Потому что, в общем-то, конечно, есть связь успеха вашего бизнеса и маркетинга. Чем серьезнее маркетинг, тем успешнее ваш бизнес. The idea is not to make one sale and then move on. The idea is it's long term. Потому что нет смысла продать одну партию товара и все, на этом дело закончить. Вся идея в том, чтобы это был долгий, серьезный бизнес, рассчитанный на ваше процветание. The idea is that the client takes the product, uses it, sees that it has real benefit, and then comes back to you. Почему? Потому что, взяв у вас однажды продукцию, клиент, поняв, что это действительно отличная вещь, придет к вам еще раз за этим продуктом. There are many Israeli companies working in Uzbekistan now. Сейчас в Узбекистане работает очень много израильских компаний. Some of them in the cosmetic field. Некоторые из них работают в области косметики. And the embassy representing the state of Israel supports these companies, which we know are of real value.
И посольство Израиля, представляя страну Израиль здесь, в Узбекистане, поддерживает деятельность этой компании. Почему? Потому что есть уверенность в качестве и серьезности этой работы. So I've come to encourage you in this direction, which you may take. И господин посол приехал вас поддержать в вашем желании работать с израильтянами и с продукцией из Израиля. And that you can feel comfortable and confident with the products. Для того, чтобы вы чувствовали полную уверенность в том, что вы продаете действительно настоящую хорошую продукцию. I'd like to welcome the people who came from Israel for the seminar. И хотел бы поприветствовать специалистов из Израиля, которые приехали сюда для того, чтобы провести ваш тренинг. I'd like to express appreciation to Leonid for organizing this. И большое спасибо Леониду, который организовал весь этот процесс. And to the one who's leading everything here. И даму, которая возглавляет все это мероприятие. And I'd be glad if you have a good future, and if you have any questions, I'll be glad to answer. И господин посол желает вам самого наилучшего будущего. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, готов ответить. Спасибо.